дачное карате. Сегодня немножко об ударах ногами. Главная рекомендация: не умеете — не бейте. Потому что подскользнетесь — упадете. Попадете не туда, куда-нибудь в локоть, нога будет сильно болеть. Вот. Или вообще промахнетесь, выйдете из равновесия и там плюхнетесь, вас добьют. То есть сначала на мешочках, сначала на мешочках тренируемся. И вот целый набор я сейчас покручу, покажу. Но все это надо отрабатывать, конечно. И растяжечку, если хотите повыше бить, но тоже одна из рекомендаций. Не можете достать до головы — не старайтесь, не надо. Это не сильно прибавляет в боевых качествах способность пробивать ногой в голову. Вот, хотя иногда помогает, весьма удивляет противника, который себя там чувствует большим спортсменом и вдруг получает май в подбородок и выключается. Вот, да, это бывает, особенно от таких щупленьких людей. Вот, и вдруг он либо делает маваши в колено, которое после этого ломается, и уже противник не способен ничего делать, но это высший класс. Либо вот май в пах не всегда проходит, потому что наработать на тренировке удар в пах довольно трудно. Покалечите своего партнера, и на этом ваши тренировки закончатся. Вот, поэтому, ну, в пах можно попробовать на удачу. Вот. А основной, конечно, в корпус, в печень. И если растяжечка позволяет, ее нарабатывают. Надо еще понимать, что в внезапно возникшем бою вы не разогреты и не растянуты, и одежда вам может помешать. Поэтому, ну, так экономно. Майя особенно не надо злоупотреблять. Майя или там ваша в голову тем более. Вот. А удары, выводящие из равновесия по ногам, высекающие. Ну, стоит противник, сильно ногу выставил. Ну, быстренько ему показали что-то в голову и подсекли его ногой сильным ударом сбоку. Ну, и потом ваше преимущество сверху добить. Вот. Ну, хороший сильный удар, если там ботинок в сгиб колена. Вот. Или можно пяткой, там, ребром ботинка. Некоторые в миксфайте это довольно часто практикуют. Йокогири — ребром ноги, ребром стопы, ботинка, если это на улице, в коленку. Это хорошо очень идет. То есть высекающий снизу, повыше в коленко. Бить в мышцу не рекомендуется, с одного раза не отобьешь, а 10 у вас может быть не быть. Это для длинных спортивных поединков. Дальше это печень-селезенка, удары, маваши, майя в корпус, чуть повыше, отбрасывающий там где-нибудь в грудь, может быть, но выше, вот выше, наверное, не стоит. Вот, но я сейчас покручу, вот, посмотрим некоторые удары. В чем проблема удара ногой? Люди проваливаются, вместе с ударом проваливаются. И тут получать можно ударить, ударил слабо и тут же получил, провалился. В особенности удар назад, раз, и ты остался спиной. Здесь надо развернуться, да, момент удара. Бам! Бам! Да, то есть уже развернулся. Издалека. Как раз летит сюда, хорошо. Пятка — самая мощная кость, самая толстая кость в человеческом организме. Поэтому в том числе и прямой удар. Но когда нога в ботинке, ботинок летит, все понятно. А если ты в шлепочках или в мягких сандалетах, надо выбросить пятку вперед. Чуть-чуть носок в сторону. И пятка идет. Не надо стремиться попасть в голову непременно. Можно попробовать. Но тогда это что с руки, что с ноги примерно одинаковое расстояние.
Ну, здесь удар проходит заведомо вскользь, то есть на мешке особенно не натренируешься. Там он тоже. Обычная комбинация. Нога, рука. Малаши. И двоечка такая каратеистская, не боксерская. Тебя заносит в эту сторону. Удар с левой руки, вот справа ударили. Противник может отойти сюда. Тогда все нормально. По бедру он отходит и пробиваешь. А если он идет назад, то вот он удар. Мы на мешке тренируемся. На подскоке быстрее происходит. Вот быстрый удар, когда противника надо поскорее выключить. Раз, два, там прям в пах. Легкие удары. Вот противник, если наступает, отступили. Раз. Вот это тоже мне удар. Нравится разворотом. То есть не стандартный. Особенно хорошо он приходит в печень. Противник не ожидает, что ты с правой стороны, с левой, может быть, ты зарядишь, но не сильно. А такой точечный удар очень хорошо проходит. Вот. Чтобы противник видит. То ли ты будешь малаши бить, то ли майя. Средний уровень, то ли, я не знаю даже, как называется этот удар, но тем не менее, вот, удар коленом, ну, понятно, в ближнем бою можно сбоку ударить, как раз тут в печень, вот, можно в пах, можно в грудь, но главное, чтобы удар не вскользь проходил, его надо проникающе туда делать, внутрь. То есть идете так же, как на майя-гире, только да, ну, тогда мощно получается. И тоже на подскоке далеко противник. Далеко. Да, один раз пугнул. Вот, пугнул, эту ногу сделал опорной. Раз. Особенно если противник любит контратаковать. Когда ты идешь вперед, он тоже там уходит в сторону вперед. Ну, здесь и малаш годится. То есть так пугнул. Вроде, может, даже достанешь. Вот, пугнул. Вот, пугнул. Пугнул. Все летит. Ноги летят хорошо пока что. С разножки. Да? Ну, если повезет, в подбородок можно попасть. Там надо бить отсюда, и туда, может, пролетит, если там рук не будет. Вот такие удары ногами. Майя легкий, майя проникающий. Кстати, мне нравится удар. Удар снизу по ноге противника. Потом как бы на темпе сгибаешь. Обычно получается так раз.
то есть отвлек внимание. Вот, поэтому мешку раз. Здесь не получится, наверное, не на одной линии стоять. Раз. Часто проходит. Ну, если быстро бить, если уметь быстро бить, то вообще многие проходят. Вот эта перекладка, да? Майя, вроде майя наметил, а ударил не майя. И руки не помешали, то есть противник подставил тут под малаш. Локоток. Получил какой-то в голову. Раз. Два. Ну, я немножко тяжеловат стал с возрастом. Когда тебе скоро 60, уже так бодро не поатакуешь. Маяги. Как с подъемом. Маяги кикоми, пробивающий. Майя пяткой. Туда. На подскоке. Майя на подскоке. Майя на испуге. С разворота. Да. Может сильнее разворачиваться. У меня просто на это же сил нет. Но удар, поверьте, тут такая вмятина получается, что мало не покажется. Вот. Тоже на подскоке. Хорошо летит. Малаши это самый простой. Ну так, какой-нибудь по ножке, по корпусу. А если летит, то у кого есть растяжка и в голову. В принципе, удар должен быть горизонтальный, чтобы обвести руки. Ну, у кого нет горизонтального, тот может под углом, под восходящим тоже не слабо. Даже через руки, если пролетит. А у Широ. Навстречку очень хорошо летит у Широ. В голову, в корпус. У Широ с разворотом. У Широ без разворота. Вот примерно как-то так. Что-то получилось, что-то может быть не очень. Все-таки возраст дает о себе знать, растяжка ухудшается с каждым годом. Вот. Но вы можете понять, какие удары надо нарабатывать. Вот вы, допустим, как я, повесили мешок у себя на даче, ну, с утреца размялись и побили, там, стараясь бить повыше, 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 потихонечку поднимать махи, махами, растяжечки, такие, сякие. Вот, ну, упражнений на растяжку их полно, в сети можно всегда найти. А вот ударная техника, я ее вам показал. Занимайтесь карате, занимайтесь спортом. Слава России!